Всем привет! Привет всем из Лас-Вегаса. А мы в Лас-Вегасе. Добрались. Ура, ура, ура. Ура, ура. Наш отпуск продолжается. Мы здесь первый раз, кстати, мы были проездом, мы видели со стороны издалека, но в самом городе мы не побывали. И вот, наконец-то... Первый этаж нашего отеля. Чтобы нам выйти на улицу, мы вынуждены пройти через огромное казино. Тут рулетки, автоматы, два этажа. В общем, мы уже потерялись, ищем выход. А, вот он и выход. Да, сейчас покажем стойку регистрации, какого она размера. Представляете, вот это все, это стойка регистрации. Отель огромный. Мы сейчас пытались выйти, найти выход найти. Поднимались туда наверх. Ага, тут еще вниз и еще автоматы. И мне кажется, здесь можно куда-то под землю в соседние отели уходить. А вот пойдемте выход. У нас в России был ресторан. Мы его делали в 2008 году. И был вот этот же стиль. Такие же витражи, окна вот такие витражные, камень декоративный такой же, башни такие же. Очень похоже был интерьер. Вау, как красиво. Сейчас мы вот сюда куда-то пойдем. Пойдем пешком. Шикарно. Да, Саш? Обалдеть. Статуя свободы. Статуя свободы, да. Так и не доехали из-за плохой погоды. Ага. Так здесь хоть посмотрим. Где колесо ты видишь? А, там, да. Здесь есть какое-то колесо обозрения, где там даже алкогольные, ну, кабинки с алкоголем можно кататься и пить. Как вам американские горки? Практически он через Статую Свободы. Вон, видите, поехал паровозик. Прикольно. Прям в центре, вокруг этих небоскребов, американские горки. Шоу Дэвида Копперфилда. Я так думаю, что в этом здании, ну, в этом, наверное, отеле MGM Grand проходит. Это новый отель Нью-Йорк. Он так и называется Нью-Йорк. Мы можем войти, кстати, вовнутрь. Здесь везде можно входить. Конечно, везде казино. Знаешь, все это номера гостиниц. Мы перешли через мостик. Сейчас темнеет. Везде включают свет. И так красиво становится. И Статуя Свободы. Класс. Ты переключай на цифру. О, смотрите, как он называется. Бруклинский мост. Бруклинский мостик, да. Арка. По нему ходили, да. Супер, мы по нему ходили, да. Тогда мы видео не снимали, к сожалению. Когда были в Нью-Йорке, да? Да. Мы специально остановились. Мы можем по нему пройти и там дальше выйти. В отеле? А он закрыт там. Ой, вода. Тут же вода. Смотри-ка, имитация, да. Обалдеть. Классно, как сделано, надо же. А, знаменитый магазин M&M's, они на Манхэттене есть. Но по той стороне Coca-Cola. Hard Rock Cafe. Впечатляет, конечно. Лас-Вегас впечатляет. Вечером сейчас темнеет, очень все красиво. Вот еще какой отельчик. Огромнейший. А это Нью-Йорк отель. Наверное, не успеем мы половину посмотреть того, что мы хотим, потому что идешь и много-много всего еще классного и интересного. Теперь вот такая аллея фонтанов. Какая красота! Стены, льется вода, фонтаны такие вдоль тротуара. Ты идешь как бы, и такая влажность от них, хорошо. Посвежее стало, да? Да. А то душновато. Шум воды успокаивающий. Это кто в казино проиграет, приходит, наверное, на эту улицу фонтанов. Для того, чтобы успокоить свои нервы и дальше идти остатки проигрывать. Да, Кирюх? Ты еще не проиграл, чтобы отыгрывать. Пойдем. Это кто проиграл, а не проиграет. Мы идем, гуляем,
Данюша уже даже устал немножко. Говорит, надоело идти. Но виды радуют. Идти хочется. У нас цель первая, куда нам нужно дойти, это фонтаны. Сейчас все увидите. Все, вот это зона, видимо, дорогих магазинов. Может быть, вполне возможно, это какой-то крупный торговый центр, не знаю. Потому что Tom Ford, Gucci, Louis Vuitton. И, смотрите, Cosmopolitan. А мы сейчас решили войти мимо, не проходить отеля, который называется Голливуд. То есть здесь, видимо, все посвящено фильмам. Это кто такой? Как? Майнстрик. Да. И похоже, это его мотоцикл. Это фильм какой-то. Фильм? А ну, вот еще, сериал. Смотри. Тур Лас-Вегас. Невада. В общем, здесь, видимо, все как киностудия. Мы, наверное, дальше не пойдем. Мы путь держим. Белладжо отель. И там поющие фонтаны. Шикарнейшие, обалденные. То есть это будет первая наша, так скажем, цель, что мы хотим очень посмотреть. Девчонки. Планета Голливуд. А вот они, Белладжо. Мы пришли, Саш, мы пришли, вот они фонтаны, вот он комплекс Белладжо. Смотреть, это вот народ собрался, покажи, сколько людей собрались фонтаны посмотреть. Да. Чуть-чуть мы не успели, представляете, начинаются уже. Башня. О, трансформер. Ай. Вау, обалдеть. Эйфелева башня. С ума сойти. Где-то триумфальная арка тогда должна быть. Круто. Все посмотрели. Это отель Париж с Эйфелевой башней. Тут же триумфальная арка. Это Голливуд-отель большой. Все рядом. А мы ждем новую партию фонтанов. Еще раз, вдруг кто-то здесь будет, они у отеля Белладжо, фонтаны Белладжо. Вот, начинаем. Опа! Спасибо.
Фонтан. Все люди рядом, все улыбаются. Вау! Браво! Супер! Мы подошли чуть-чуть поближе к арке, сам отель, Париж. Классно. Вообще красота. Вот мы и побывали в Париже. Это, наверное, а? Побывали в Париже. Да. Мы сейчас идем в Венецию. Дальше, уже устали снимать. Там осталась Эйфелева башня. Бабушки концерт показывают. Мы еще смотрели вот этот фламинго-отель, что? А он еще ближе ко всему фламинго получается. Да нет, я бы так не сказала бы. Саш, мне кажется, у нас там классное место. Получается, что идешь, вот такая большая улица, Лас-Вегас-Бульвар. И стрип еще называют, почему-то везде пишут стрип. Я, честно говоря, так и не поняла, почему стрип. Что? Место называется так, стрип, но я пыталась набрать в гугле стрип, у меня ничего не получалось. Может, кто-то, кто здесь живет, пояснит. И вот этот вот Лас-Вегас-Бульвар. И на протяжении него идут отели с инсталляциями, да. Здесь везде какие-то шоу проходят, концерты, знаменитости. Здесь много людей интересных ходит, интересно одетых, свободных. Сумасшедший дом. Мы дошли до Венеции, отеля. Сейчас вовнутрь зайдем. Ой, потерялись. А вот здесь... Сейчас, секундочку. А вот здесь вулкан.
И он шоу вулканов. Мы буквально, мы сейчас заходили покушать и прозевали все на свете. Только что было шоу. Следующее шоу будет через 45 минут. Не знаю, успеем, не успеем. Тут здесь вот вулкан, гора. И здесь реально извергается вулкан. А мы сейчас входим в Венецию. Въезжаем. Здесь будут лодочки эти. Гондольеры, да, правильно. Можно покататься. Что, лодки здесь? Нет. Здесь нет. Но они мам, плавают. Вот. Венецианская первая. Ну здесь есть, Саш, надо бы понять, где. Даня уже устал. Он хочет сыграть в лото. А лото это казино. Даня, решил, сейчас будем играть. Казино. Сейчас будем играть. Слушайте, здесь такие прям перепады вверх и вниз. А, вот каналы красиво как едем. Слушай, в нашем отеле бассейн больше, чем это Венеция. Ну, Саша. Так, похоже, на лодочках мы тоже уже не поплаваем. Что-то из лодочек не видно. Вот она, маленькая Венеция. Вот она какая, да. Так, аккуратнее, аккуратнее. Здесь не надо, да, не сажать на это. Я не сажу. Классно. Вот там вот вокруг, видимо, здание. Как тут спуститься теперь? Красиво. Кстати, вот каждый отель вообще продумывал для себя какую-то тему и все стилизовал под эту тему. Это просто, не знаю, такие деньги, да? Да, здесь вот мы сейчас в Венеции попали. Только недавно в Париже были. Угу. Нью-Йорк тоже, да, проходили. Бруклинский мост. Можно теперь никуда не ездить. Да, везде отметились. Небоскребы. Все в ряд стояли. Как красиво, да? Мелочи приятные. Смотрите, как здорово. Все как будто бы расписано. Саш, не рассказывай секрет. Но она же не расписана. Нет. Это как раз обои. Ну, Саш. Так, мы уже спустились ближе. Выясняется, получается, что они плывут от одного угла до другого угла. И все. И, наверное, мы тогда не поплывем. Или поплывем, Саш? Не знаю. Я хочу такси вызвать. Даня, Даня хочет такси, такси в казино. В лото играть. Даня хочет в казино играть. Так-то красиво, да? Со стороны Венеции, где мы сейчас были, мы перешли дорогу, все-таки вот там, наверное, да, не знаю. И здесь что, Дань? Уши. А, уточки, прелесть какая. Здесь шоу «Вулкан». Мы заняли лучшие позиции. Надеемся, что это будут лучшие позиции. И сейчас будет шоу «Вулкан». Слушай, я так понимаю, что вот в этом здании концерты проходят. Это здесь концертный зал. Здесь же фото, что здесь есть дельфинарий какой-то. Не понимаю, как это возможно, но... Нам все время не хватает обойти, все посмотреть. Мама. Да, мы уже гуляем, гуляем, гуляем. Уже гуляем. Устали. Уже, да, и даже уже эмоционировать устали, да? Угу. Есть такое? Ну, классно выглядит. Лас-Вегас все стоит побывать. Все миниатюрно, да. Стоит побывать. Ну, мне кажется, один раз достаточно. Да? Да? Да, вполне. Ну, мы не все обойдем, можно еще раз добить до конца, так отметиться. Не, ну, те, кто любит играть, они, наверное, из отеля не выйдут. А, поэтому ну, им можно не один раз приехать. Да. Подожди, мы сейчас сыграем, еще сами влюбимся. Лягушки начинают плакать. Слушай, а в Калифорнии, по-моему, нет лягушек. Да, мне кажется, это
Вот, вода прекратилась идти. Слышите, да, 30, лягушки, тише, вода тише, прекратилась. Тише. Лягушки закричали. Лягушки беду чувствуют, Дань, что сейчас извержение будет, вулкан будет настоящий. Они договорились, что ученые рассчитали, что сейчас будет вулкан. Смотрите, вода все полностью прекратила литься. Перекрыла проход к воде, выход к воде. Надо же. Лягушки уже все заквакали. Лягушки чувствуют приближение землетрясения. Нет, я вижу, пап, я слышу по земле что-то такое. Трясется? А, может быть, уже трясется. Может быть, жар, да, какой-то пошел. Угу. Чувствуется, да. А слышите, тревожное такое нарастает громче, что-то? Громче, громче лягушки кричат. Они чувствуют беду какую-то, что сейчас будет какое-то землетрясение, извержение. Тишина. Здесь как за природой надо наблюдать. Природа все предвестник всего есть. Так. Что это еще? Вау, классно. Что-то горит, а нам не видно с той стороны. Мигает. Настоящий, вот точно так же.
огонь горит еще. Супер! Народ впечатлился, да. Захлопались. Да. Классно. Имитация вулкана. Огонь горит. А здание испугался. Все, вода опять полилась. Все хорошо. Все, это было последнее на сегодня шоу. Даня увидел лимузины. Ему так понравилось. Говорит, а что они здесь стоят? Да. Мы тут Uber вызываем. Даня думает, машет за нами. А мы где находимся? Мы пытаемся найти Uber. Как красиво. Через очередной отель проходим. Здесь дельфины где-то. Слушайте, вот теперь получается, что мы увидели все, что хотели. Единственное, Кирилл хотел очень попасть на высокую башню. Опять забыла, как она называется. А у нас уже просто сейчас сил нет. Время 12 часов ночи. Уже домой хочется. И реально вот просто уже сейчас куда-то ехать. Все, это пирамида Хеопса. Сфинкс. Видите? И это самый сильный луч. Чуть ли не во всем вообще мире, самый мощный. Видно его очень-очень далеко. Издалека его видно. И, в общем, он потребляет энергии каждый час на $50. Это я читала информацию о нем. Видите, какой? Да, интересно. Так что, в общем-то, на самом деле, вот получается, что все, что мы хотели, все посмотрели. А, может быть... Получится еще добраться потом до высокой башни. Но так на самом деле вот все, вулкан, пирамида вот эта вот с лучом сильнейшим. Что еще? Нью-Йорк отель. Венецию я очень хотела попасть. И вот эти вот танцующие фонтаны. Еще параллельно, пока шли, еще что-то увидели, да, очень интересно. Смотрите, какой луч сильнейший, вообще мощнейший в небо. Даня подсказывает, как играть надо. Его спрашивают, куда там, вперед, назад. Опа, уронили опять. Даня, я тоже с удовольствием. Мы себе даже день. Наш вечер заканчивается слезами. Видео? Знаете почему? Мы обещали Дане, что мы поиграем. Здесь стоимость там 21 цент. Есть вообще по 1 центу. Мы думаем, дадим поиграть. В общем, оказывается, даже стоять рядом нельзя детям. До 21 года. Ни Кирилл, ни Даня. И мы уходим. Он так расстроился. Концерт идет.